«Бросай диван, вставай на лыжи. Здоровьем будешь не обижен». Под таким шутливым лозунгом собираются участники на набережной у памятника Григорию Засекину на экологическую лыжню. Внимание к природе неспроста. 2017-й объявлен годом экологии. Это прекрасно, это нас радует, но в то же время ко многому обязывает. Обязывает что? Беречь природу, беречь воздух, воду, землю, животный, растительный мир. Последние приготовления перед забегом. Участники проверяют экипировку. Здесь и профессиональные спортсмены, и любители. Людмила Ларина ходит на лыжах с детства. Любимый маршрут, как и у большинства самарцев, по Волжскому льду. Я лыжница со стажем, конечно, но в соревнованиях больно не участвую. Просто с семьей за Волгу ходим часто. Ну, с детства нравится, а потом как бы здоровье. Дом неохота сидеть. Ну, я здоровый образ жизни поддерживаю всегда, моржусь. И всем рекомендую делать зарядку, поддерживать здоровый образ жизни. Если будет нация здоровой, то, я думаю, всегда будет везде качественно, все хорошо. Экологическую лыжню проводят совместными усилиями Департамента городского хозяйства, коммунальной компании и Всероссийского общества охраны природы. В Самаре сейчас активно ликвидируют свалки, постепенно переводят город на раздельный сбор мусора, следят за его своевременным вывозом. Чистая планета начинается с малого, говорят организаторы экологической лыжни. Мы все-таки в последнее время, кажется мне, что много говорим и мало делаем. И поэтому мы решили оторваться от диванов и сказать жителям, что от нас-то требуется очень немногое. Не сорить, не мусорить, вот, облагораживать. И поэтому я очень надеюсь, что мы подарим этой эко-лыжней кусочек чистоты всем жителям города. Тот человек, который поедет там 10, 15, 20 километров, ну, на мой взгляд, он элементарно не выбросит тот же обертку от конфеты. Он элементарно не закурит и не выкинет окурок на проезжая часть на территории, допустим, той же нашей красивой набережной. Трасса всего марафона больше 40 километров. Самые тренированные планируют дойти через Волгу к национальному парку «Самарская Лука», природной жемчужине Поволжья. Объявляют старт. Погодка не то чтобы шепчет, скорее ворчит, но это участникам самарской экологической лыжни не проблема. Больше 300 человек отправляются в путь на правый берег Волги. Цепочка лыжников быстро растягивается по всей Волге. Первого участника уже не видно, а кто-то еще только встает на лыжи. Но проигравших здесь не будет. Это тот случай, когда участие в спортивном марафоне и есть победа. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События.